Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые коллеги! Позвольте пригласить вас на наш юбилейный, уже 10-й международный форум когнитивно-поведенческой терапии и одновременно пригласить на юбилей, торжество нашей ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, которая исполнится уже четверть века. Сейчас мы с вами находимся в знаменательном и даже, не побоюсь этого слова, сакральном месте для нашей ассоциации. Это мемориальная комната Ивана Петровича Павлова, академика Ивана Петровича Павлова, которая находится в больнице, клинике, 7-й психиатрической больнице, клинике неврозов имени Павлова на 15-й линии Васильевского острова города Санкт-Петербурга. Это не простое помещение и не просто мемориал. Это место, где проходили павловские среды. И известные ученые под руководством академика Ивана Петровича Павлова проводили буквально такой мозговой штурм во время клинических разборов, формируя тот самый не только научный, но и практический фундамент для потом реализации того направления, которым мы с вами занимаемся, когнитивно-поведенческой терапии. Поэтому здесь, где мы выдавали членские билеты нашей ассоциации, особенно в этом пространстве хочется вспомнить те вехи пути развития за эти четверть века нашей ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. И я с удовольствием, пользуясь вот такой возможностью этого замечательного пространства, этой прекрасной исторической атмосферы, пригласить вас и напомнить, 24 мая 2024 года мы ждем вас на 10-м юбилейном форуме, международном форуме когнитивно-поведенческой терапии и юбилее 25-летий Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. До скорой встречи, уважаемые коллеги и дорогие друзья!